Мама нам зізналась, що в певний період ти перестала навіть їсти вдома. Ти їла квашену капусту і солоні огірки. Да, знаєш, коли у дівчинок наступає перехідний возраст, це дуже тяжело. І коли тобі потрібно просто закрити свій рот на замок, но тебе необходимо заниматься физической нагрузкой, и тебе нужны эти силы. И для нормального развития организма очень тяжелый период. И у меня были достаточно сложные и серьезные проблемы с лишним весом, с очень выдающимися женскими формами, от которых я, честно говоря, очень комплексовала. Потому что, ну, знаешь, в балетном мире есть такой стереотип, что все-таки балерина должна быть как тростиночка, что щиколотка у балерины должна быть как у дорогого арабского, знаешь, скакуна, тоненькая и хрупкая. А тут формуется организм молодой. Да. Приходилось брать себе, знаешь, такие ежовые рукавицы, наступать себе на горло, но в этот момент ты понимаешь, что у тебя формируется характер. Насколько ты можешь иметь власть над своими страхами или над своей физикой, да, которая в определенные моменты, может быть, тебе не подвластна, которая тебя не слушает. Мені розповідали, що дівчата в хореографічному училищі навіть такий фокус робили. Ватні кульки запивали водою, щоб вони розбухали у шлунку і не хотілося їсти. Ну, вот такой истории я не знаю, но хочу тебе сказать, что те истории, которые происходили с моими одноклассницами, я из такого, из вредного для своего организма, я одевала штаны сауна, от которых ты даже ничего не делаешь, стоишь, ты уже потеешь. Так. А врачи эти штаны вот не рекомендуют носить однозначно, особенно женщинам. А мы их одевали, знаешь, на самые проблемные места. Так. А у нас самые проблемные места – это бедра, да, вот эти вот талия, ляшечки. И ты с утра до вечера пашешь в этих штанах, с тебя вот три пота сходят, и ну, есть какой-то зато результат. Вот. Но те моменты, которые я знаю про своих однокурсниц, конечно, немного могут шокировать.